Привет, дружок-пирожок! Открывай глаза пошире, ибо сейчас я тебе буду показывать всякие разные бонусы для Warface, и если ты что-то пропустишь, я не виноват. Среди всех ништяков будут бесплатные випки, оружие и наборы брони. Все совершенно бесплатно и для любого игрока, как новичка, так и старичка, сроком навсегда. Интересно? Тогда в описании под видео ты найдешь две ссылки. Сейчас я покажу, как это все забрать, а потом покажу откуда. И по первой из ссылок ты найдешь сразу несколько бонусов. Так вот, эта самая ссылка называется «Выбери, кто ты» и дает комплект оружия и брони для новичков, а также для тех, у кого уже есть аккаунт. Только вот учти, если у тебя уже есть аккаунт, то последний раз с него ты должен быть онлайн более чем 30 дней назад. Только в таком случае система начислит тебе плюшки. Ну а вот вторая ссылочка. Тут уже побольше всего интересного. Но если ты зарегистрируешься с нее, то все равно получишь те же самые наборы комплектов брони для новичков и ветеранов. А также внизу будут три задания. На момент, когда я записываю данный ролик, они еще недоступны, ибо вот только-только вся эта раздача началась. Но, думаю, когда ты это уже смотришь, то тут уже будет открыто первое задание или, возможно, даже все. В прошлых сезонах это было вот так вот. Нужно было всего лишь вступить в официальный Discord или группу в ВК по Warface, и там найти необходимый код для одного задания, а для другого просто поиграть и сделать несколько фрагов. За это все давали скин на бойца и оружие. Думаю, в этом сезоне будет точно так же, но ты не маленький, разберешься сам. Выбирай либо первую ссылку, либо вторую, и регистрируйся по одной из них. Скачивай лаунчер и устанавливай игру, если вдруг до этого у тебя не было Warface на компьютере. Затем авторизируйся в игровом центре, создавай бойца и проходи обучение. Это важно, ведь именно после прохождения обучения ты должен будешь зайти на официальный сайт Warface, в свой аккаунт из хранилища, передать на персонажа все бонусы, ради которых регистрировался, а именно бронь и оружие. Но это далеко не все. Впереди еще много ништяков. Находи в описании следующие ссылки. Подписаны они будут как бесплатный VIP. Да-да-да, тебе не показалось. Именно бесплатный. По первой ссылке всего лишь необходимо будет привязать номер телефона к твоему аккаунту. А по второй, пройти небольшой тест на знание правил безопасности. Если сделаешь все правильно, то за оба этих действия получаешь 8 дней халявного премиума. Забирать его тоже через хранилище на сайте, как и бонусы до этого. Следующей нашей остановкой будут ежедневные бесплатные подарки от Warface. И да, ты правильно все понял, ссылка тоже будет в описании. На вот такой вот странице один раз в 24 часа ты сможешь забрать либо скидочку на пополнение счета, либо же оружие. Стволов тут просто дофигища, кто знает, какой тебе нарандомит. Ну как, тебе все еще мало бонусов? Заканчивается 8-дневный VIP, и ты хочешь чего-то еще, да? Ну тогда у меня для тебя есть одна прикольная схема. Смотри, ты можешь приглашать друзей, и когда они достигают 10 ранга, то тебе будет прилетать один день VIP-а. Но если у тебя нет друзей, раскрываю мега-тактику. Регистрируешь новый аккаунт по ссылке в описании. Быстренько проходишь тот самый тест на знание правил безопасности. Получаешь один день VIP-а и с бонусным оружием проходишь несколько PvE-миссий или же пару PvP-арен. Вот у тебя уже и 10 ранг, а значит плюс один день премиума за полчаса игры на твинке. На этом этапе с данным твином можно попрощаться. Регай новый аккаунт и по такой же схеме получаешь за полчаса еще один день премиума. И да, так можно делать, пока тебе не надоест. Но подожди, я же тебе обещал вечный набор экипировки брони и оружия, да? Обещал, да. И я тебе покажу, как это все получить. В этом сезоне в игре появился очень крутой боевой пропуск. Даже в его бесплатном варианте есть очень много всего вкусного. К примеру, вот. 4 вида брони на каждый класс и очень много разного оружия. Забрать это все можно тоже очень легко. Просто играй в игру и получай опыт боевого пропуска. Да-да-да, все точно так же, как и в любых других играх, только вот в Warface это не бесполезные скины, а вполне себе полезная экипировка. И вот предпоследний способ получения бонусов в игре – контракты. Это небольшой список задач с разными наградами. Бесплатные випки, воскрешалки, а также оружие. Просто нужно выполнить определенные несложные задания и все.
Ну и вот теперь последний способ, которым ты можешь получить ништяки. В этом сезоне появилась прокачка рангов персонажа. На 11 ранге, вот к примеру, комплект экипировки на любой из классов ты можешь выбрать сам. И самые разные бонусы есть на каждом ранге вплоть до 100-го. Забрав випочку и оружие по первым 4 ссылкам, ты очень быстро будешь подниматься в ранге и соберешь все, что тут есть. А также незаметно для себя прокачаешь боевой пропуск, и награды оттуда тоже тебе попадут в карман. Это просто какой-то аттракцион невиданной щедрости. Да, я сам в шоке. Warface перестал быть жлобской игрой, где без доната никуда. Сейчас тут играть стало намного комфортнее, чем когда-либо ранее. Ждем вот только, когда побольше народу узнает об этих изменениях. Но ты можешь с этим помочь. Делись данным роликом с друзьями. Покажи им, как легко стартануть с крутой экипировкой. И что тут можно взять, не задонатив ни одного рубля. А на этом у меня пока что все. Все важные ссылки будут в описании. Подписывайся на канал, ставь лайк, тереби бубенчик под видео, дабы не пропускать новые бонусы по Warface. А поверь мне, они точно будут. Удачи и пока!